Уважаемые дамы Архангельской области, от лица пожарных и спасателей нашей области хочется поздравить вас с Международным женским днем 8 марта. Сказать вам, что мы вас очень-очень любим, ценим, и без вашей теплоты и ласки жизнь была бы скучной и неинтересной. Помните, что если у вас что-то случится, то МЧС России, пожарные и спасатели Архангельской области всегда придут на помощь. Потому что мы рядом, приезжаем быстро и поможем в любой ситуации. Но сейчас мне хочется еще обратиться к нашим мужчинам. Дорогие мужчины, помните, что женщина бывает счастливой только тогда, когда рядом с ней любящий, добрый и ответственный мужчина. Поэтому заботьтесь о своих семьях, заботьтесь о своих дамах и, скажу так, шагом марш покупать цветы и подарки. Хочу пожелать женщинам любить и быть любимыми. И хочу напомнить, что без любви все обращается в свою противоположность. И без любви солнечный день – это жаркий, знойный, пустой и скучный день. А с любовью дождливый день – это прекрасный, радостный, великолепный день. Поэтому больше вам дождливых дней с любовью и меньше солнечных дней со скукой и равнодушием. Дорогие женщины, поздравляю вас с замечательным праздником 8 марта. Пусть в ваших домах будет всегда тепло и уют. Пусть вам солнышко светит, пусть не старят морщины, пусть вас радуют дети, пусть вас любят мужчины. Огромного вам человеческого счастья. И помните, северянки самые красивые. Женщинам нужно дарить всегда цветы. Цветы и внимание. Понятно, что их дарить нужно не только 8 марта и больше всего женщина ценит внимание, поэтому я желаю всем женщинам в этот день и не только цветов, радости, улыбок, ну и, конечно же, мужского внимания. Мама, бабушка, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам счастья и здоровья, буду вас слушаться. Дорогие женщины, молодые, не очень молодые, всех хочется поздравить с наступающим праздником. А в этот хороший день пожелать вам счастья, здоровья, успехов, чтобы у вас все получалось. Тем, кто работает, чтобы зарплата росла, чтобы все в семье было благополучно. Ну и чтобы все впереди получалось и были счастливы. Девушки, многие из вас прекрасны, многие нет. Но я желаю вам счастья и найти то, чего вы хотите. Дорогие наши девочки, девушки, женщины, разрешите поздравить вас с замечательным праздником 8 марта. Этот день приходится на прекрасное время, на весну, время пробуждения природы. И вы также, как наша природа, заставляете нас всегда пробуждаться, всегда быть в тонусе, всегда быть подтянутыми, красивыми. И все ради вас, дорогие наши дамы. Хочется пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы вы всегда радовали нас, всегда были нашей надежной опорой, поддержкой, всегда говорили нам те слова, которые мы хотим слышать. Ну и мы, в свою очередь, обещаем, что будем отвечать вам всегда взаимностью, любить вас, также быть надежной и крепкой опорой, ну и бесконечно радовать так же, как в этот день, 8 марта, и все дни, которых в нашем году, к счастью, много, и хватит, чтобы выразить всю нашу безграничную любовь к вам. Праздником. Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам огромной любви, простого человеческого счастья и взаимопонимания с вашими мальчиками и мужчинами. Мы очень гордимся вами, любим и от всей души дорожим. Еще раз с праздником. Дорогие женщины, девушки, поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, всего самого лучшего, что может быть вы в этой жизни. Всех благ. Ваши любимые мужчины. Мама, бабушки, поздравляю вас с 8 марта. Желаю добра, счастья и здоровья. Дорогие мамы, бабушки, все, хочу поздравить всех женщин с 8 марта. Желаю всего самого лучшего. Дорогие девушки, дорогие женщины и девочки, конечно, тоже. Как прекрасно, что вы есть на свете. Я думаю, что было бы очень несправедливо и грустно, если бы на планете Земля
человечества было бы, например, не, было бы не два пола, а, например, три или один. Это бы просто никуда не годилось. А так есть женщины и есть мужчины. Это прекрасно, потому что мы все время боремся друг с другом, мы все время взаимодействуем. И в этой борьбе, в этом взаимодействии мы на самом деле улучшаемся. Потому что когда мужчина и женщина встречаются, особенно если между ними возникает симпатия, магнитная такая связь, то улучшается и тот, и другой. Возникает такое волшебное чувство, чувство любви, которое делает лучше все человечество в целом. Спасибо вам большое за это, спасибо вам за то, что вы есть, и всего самого хорошего. Ничто не предвещало нашей встречи. Тот день казался мне обычным днем. Ваш взгляд, такой глубокий, словно вечность, вдруг позабыть заставил обо всем. Природа к вам щедра. И вряд ли кто-то способен быть щедрее, чем она. Не насмотрюсь никак на ваши фото. Красивей всех на свете вы одна. Удачи вам во всем. Пусть жизнь несется. Пусть долгим и счастливым будет век. Пусть в радость жизни с вами окунется надежный, самый лучший человек. Я в мыслях буду с вами бесконечно. Пусть даже вы забудете меня. Ничто не предвещало нашей встречи, но в жизни не было прекрасней дня. Дорогие наши женщины, пусть ваши дни всегда будут прекрасными, ваши мужчины.